Вторая пара Бхагавад-гита, Ватсала Прабху
очень просил, чтобы поставили второй парой, третьей парой после обеда он не может. Поэтому мы пишем первой парой. Кто напишет, тот идет на Бхагавад-гиту. Кто не напишет, тот сидит, пишет дальше. А если напишет, но на Бхагавад-гиту хочет попасть? Ну, можно хочет записи попасть, будет послушать одно занятие. У вас основной предмет – это основа философии сознания Кришны. Поэтому для вас важно написать этот экзамен. Я поменьше вопросов делаю в экзамене, чтобы быстрее написать. Хорошо? Да, вместо 80 – 40. Хорошо, преданные. Сегодня у нас мы с вами должны сделать некоторое завершение нашего раздела Самбандха. Мы изучали с вами взаимоотношения с Богом, с этим миром, с живым существом, изучали природу живого существа, энергии этого материального мира, как возникает материальный мир. Разобрались, в конце концов, что из чего возникает. Мы для вас сделали несколько схем, чтобы они максимально были понятными. Можете зафотографировать, потому что тяжело все это запомнить, но все это лучше всего знать. Вот особенно та схема, как возникает, как Кришна является первой причиной всего материального творения. Хотя в действительности непосредственной причиной является Махавишну, творением нашего материального мира, потому что смотрит на него, запускает туда все остальные живые существа. Но мы видим, что причиной Махавишны являются другие личности, и причина всех причин – это Кришна, Сарва Карана Каранам. Поэтому косвенной причиной источником всего мироздания является Кришна. Хорошо, потом на перемене подробно посмотрите. Кто еще, у кого еще не совсем там в полочках отложилось, что зачем идет, как ложное эго, откуда появляется, откуда появляются различные материальные элементы. На рисунке мы постарались максимально понятно. И там даже вы можете различить один рисунок, я лично рисовал. То есть один элемент. Вот найдете и угадайте, какой элемент именно я нарисовал. Я застрял. А? Я застрял. Почему так подумали? Нет, нет. Ну там будет заметно. Итак, мы с вами изучали самбандху и методы познания этого материального мира. Теперь мы сделаем некоторый вывод. И у вас в учебнике приводится интересная схема. На 14 уроках мы с вами изучали, что будет. Эта штука стала будет, да? Может быть, что-то там я не так заделал. А то мы не выделали. О, все. Не трогайте. Я его не трогал. Потому что трогаешь его, не трогал. Спасибо большое. Нам выдается очень интересная схема. Она является достаточно классической во всех курсах бхакти-программ. Сегодня мы с вами ее закрепим. Эта схема из себя включает, собственно говоря, все то, что мы с вами прошли, но в сжатом материале. Сжатый материал на санскрите как называется? Сутра. Есть какое-то сложное повествование, оно рассказывает историю. Но если взять суть этого повествования, записанную в одном предложении, это будет называться сутра. Сутра санскрит переводится как суть. Часто бывает, или скажи, или просто скажи суть. И тогда не надо все детали вспоминать, какие были детали в истории, а просто человек говорит, вывод вот такой. Это сутра. Поэтому наша с вами сутра всего раздела самбандхи. Давайте вспомним, что такое самбандха. Отношения. Да, совершенно верно. Это взаимоотношения или связь с окружающим миром и с Богом. Поэтому первая у нас категория это кто? Бог. Поэтому в этом разделе мы изучали, кто такой Бог. Как на санскрите будет Бог? Давайте вспомним. Бхагаван, совершенно верно. А как переводится Бхагаван? Обладатель всех достояний. Сколько у нас всего достояний? Шесть, помните. А тот, кто обладает этими достояниями, он привлекается. Поэтому лучшее имя для Бога какое? Кришна. Вот так мы с вами подошли, что Бог это Кришна. Изучили его природу. В Бхагавад-гите вы тоже это будете изучать. Есть два вида Кришна-катхи. Кришна-катха – это рассказы о Кришне, истории, связанные с Кришной. Первый – это Бхагавад-гита, второй – это Шримад-Бхагаватам. Чем отличается Бхагавад-гита Шримад-Бхагаватам, кто знает? Сам рассказал. Верно, да. Бхагавад-гита – это Господь сам о себе рассказывает, Кришна сам про себя. Хам, Сарвасия, Прабхава, Матар, Сарвамбра, Я – источник всего материала. А Шримад-Бхагаватам – это его преданные рассказывают о нем.
Вот два вида катхи. Оба являются одинаково могущественными, одинаково авторитетными. Поэтому вы изучаете Бхагавад-гиту. Кто уже потом через год пойдет на Бхактивайбхав, будет изучать Шримад-Бхагават. Есть два вида. Кришна в середине Бхагавад-гиты. Мы уже прошли обзор, да, все? Или вам не делали пока? Пошли постепенно изучать, да? То есть сделать сразу. То есть центральный Шримад-Бхагават, они, как там сказано, Кришна сам о себе начинает рассказывать. Вот, чтобы если хочешь со мной отношения, вот так вот, если еще хочешь понять, вот такой вот я, вот так вот мне нравится. То есть как с личностью, когда вы входите с кем-то в отношения, первое что, недостаток, первое это просто увидеть, как он выглядит, да, понять, мужчина-женщина. Потом уже глубже, а что ему нравится, что он любит, какие у него вкусы, какие интересы, какие цветы ей нравятся, какой цвет у нее самый любимый и так далее. Какой кинофильм она любит больше всего, что ей в этом мире привлекает. Так же и здесь с Богом, вначале внешние какие-то, потом Кришна уже сам о себе будет рассказывать. В 10 главе просто вот так он скажет. Мне в 9 главе он скажет, что вот мне любовь просто надо. Мне просто любовь. Мне не важно, в принципе, форма. Но важно содержание формы. Хотя форма тоже важна, потому что греховные поступки мне не надо предлагать, я не буду их принимать. Но хорошие поступки, еще сделанные с любовью для меня, вот я это приму. Мне это будет нравиться. Поэтому самбха, она также включает в себя знание Бога. И затем мы говорили, что Кришна что? Сколько у него качеств? 4. Неправильно. 4. Неправильно. 4 всего качества. Неправильно. Да, бесконечное количество качеств. Кто-то сказал правильно. Совершенно верно. Но Рупа Госвами выделил просто основные 64. И из них 4 уникальные принадлежат Кришне. Затем самбха изучает пракрити или материальный мир. Потому что это буква П никак не дается. Это самскара называется, преданное впечатление. Знаете, что такое самскара, да? Я в детстве, у меня был первый урок ИЗО. Ну, в первый класс. И нам дали свободную тему. И для меня самое страшное – это свободная тема, потому что я не знаю, что рисовать. Я рисовал всегда клоунов. Там просто разные цвета используются, да, легко, разный светофор. Просто всегда свободная тема – клоун. Я нарисовал, принес учительница, она говорит, это что за урод? Вот с тех пор вот, я даже букву П не могу нарисовать. Сложно. Бог, пракрити. Или мир, материальный мир. Поэтому самбха это самое главное, это связь. Мы с вами изучали материальный мир, да? Вот эти сложные схемы, они висят. Слева от вас можете посмотреть. Как возникает материальный мир, как что там творится, как устроена эта вселенная. Я недавно, кстати, посмотрел фильм, ну, короткометражный, где-то 5 минут идет в интернете, мне выставили. Там показывают планету Земля и ее диаметр. Сколько-то там, 12 тысяч километров. Потом Марс, потом другие планеты, что побольше. Потом Юпитер, он вообще гигантский, там Земля исчезает. Потом Солнце наше, там Юпитер, это не видно. Потом другие Солнца, потом другое Солнце, потом там, какие-то огромные Солнца, которые в нашей Вселенной существуют. Потом размер Вселенной, потом много других Вселенных, потом галактика, потом все это какая-то небесная паутина создает там. Просто вот такое, знаете, и ты просто, Земля, она незаметна. Поэтому пракрити – это все существующее, весь материальная энергия, материальный мир. Как он существует, как он взаимодействует. И третье – это джива. Или душа. Живое существо, я напишу. Мы с вами также говорили о душе, да? Как она падает в материальный мир. Всех странный вопрос, почему ушли от Кришны? Как она попадает в законы кармы? Как действуют законы судьбы на нее, карма? Как это влияет ее поступки, создают определенную хорошую, плохую карму? И так как самбанга – это связь, означает, что это связь вот этих трех главных начал, три точки отсчета, между собой. И мы говорим, что Бог связан с пракрити как? Да, время. Махавишну дает энергию времени. Мы начинаем взаимодействовать. Джива, она связана с практикой как? Да, законы кармы.
как аукнется, так и откликнется. Что посеешь, то и с кем поведешься, так тебе нужно. И живое существо связано с Богом, да, энергией любви и бхакти. Подробно о бхакти мы не говорили, потому что это уже, собственно говоря, другой раздел Абхидея. Практика. Практика. Духовная практика. Практика преданного служения. Поэтому в Сампанхе в основном изучаются вот эти вот пять тем. Это пять тем Бхагавад-гиты, кстати. И вот эти вот связи тоже существуют. Поэтому отсюда мы видим, что все связаны друг с другом. Единственный момент – это классическая схема, как она классически представлена в учебнике. Но некоторые старшие преданные, они представили эту схему по-другому. Потому что, когда мы изучаем этот треугольник, Бермудский треугольник, да, непонятно, тут возникает некое неправильное понимание философии сознания Кришны. Смотрите, какой вывод первый бросается, вот мы сюда смотрим. Вот эта штука плохая, да? Она нас в карму засовывает. Поэтому что нужно? От проклятия отречься. И что нужно? Согласны? Кто согласен, подавите руку вверх, громко кричите харибол. Не согласен. Никто, не все согласны. Хорошо. Молодцы. Кто-то согласен, кто-то не согласен. А как на самом деле нужно действовать? Поэтому преданные дают немного другую схему. Вот так же пишем. Здесь Бог. Здесь Пракрити. А здесь Джива. Как ее объяснить? То есть здесь уже не треугольник, здесь уже идет восходящий путь, параллель, аврохопад, как хотите это назовите. Это означает, что душа, она, то есть должна занимать пракрити, материальную природу, служение Богу. Потому что материальная природа, это что? Это наше с вами тело. Это вот эта материальная природа, вот пракрити. Вот это ухо преданное, вот это пракрити. А вот этот глазик, это тоже практики. Язык, нос, ух, там, я не знаю, все что угодно. А джива это только то, что внутри, я, душа. Вот это джива. Размер дживы какой? Одна десятитысячная кончика волоса. Если вы возьмете волосок, разрубите на 10 тысяч частей, вот одна частичка это будет душа. Размер души. Так описывают веды. И это говорит о том, что это приблизительный размер души. То есть настолько она мала, настолько она маленького размера, что даже под микроскопом невозможно будет рассмотреть. Потому что она является духовной частичкой. И означает, что вот это и есть джива. Но пракрити – это все остальное, что находится вокруг дживы. Вот этот ум – тоже относится к пракрити. Разум – это тоже часть материальной, это материальные элементы. Мы с вами изучали, это все часть пракрити. И что в этом состоянии? Бхакти означает, что нужно отвергнуть все остальное, потому что здесь это карма, ребята, карма, видите? Карма поглощает. И нужно просто идти к бхакти. Но возможно ли это? Возможно. Но не в нашем случае. Арджуна, это была классическая ошибка Арджуны. То, что он хотел делать, он хотел избавиться от материальной природы и просто погрузиться в мысли Бога. Это правильно, так нужно делать. Но Кришна ему объяснит, это не в том случае Арджуна. Во-первых, природа есть, гуна, карма, материальная природа, гуна – это качество человека, карма – его врожденная деятельность, склонность, у тебя существует. И ты будешь, ты просто будешь сидеть в лесу, а думать будешь о чем? О Курукшетре. Здесь будет резня происходить, а ты будешь сидеть в лесу и будешь думать, и в конце, кто же там победил? Кто победил? Какой счет был? Какой счет там? Кто забил гол последний? Знаете, иногда преданные, как это они называются, все вначале, когда я вдруг рассказывал, он был фанат футбола очень сильно. И просто всегда, он с преданными всегда футбол играл, организовал футбол. И вот эта привязанность, она очень сильно, он следил за чемпионатом Европы, чемпионатом мира, и он постоянно за этим следил, погружался. И вдруг он однажды, когда уже нельзя смотреть футбол, стал уже вашими полтора года, однажды вечером пошел чемпионат мира, и тогда, кажется, это были 2000-е годы, играла за первое место Германия и Бразилия.
И в 11 часов вечера мы спустились, сходить надо было по делам, там туалет дальше был, и услышали странный звук. Ну, такое шипение, там, вау! Еще тогда не было наушников. Мы зашли, у нас была специальная комната, этот преданный, он притащил огромный телевизор, на котором мы воскресную программу показывали фильмы, взял антенну, вылез вот в окно, вот так вот сидел с этой антенной, ловил связь на тиранке, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу. Ну, так посмеялись, конечно, над этим, никто его не осуждал за это сильно. Тогда уже не повезло, но вот просто такой пример есть, важный был. И к чему это все говорит, я не помню, преданное. Но важно то, что человек должен занимать свою природу. Я говорю потому, что Арджуна, он то же самое, его Кришна предупредил, ты будешь сидеть в лесу, кажется, ты будешь заниматься духовной практикой, но твой ум будет занят материальной деятельностью. И суть духовной практики в том, чтобы занять не просто тело, дех, а также занять ум, занять грубую и тонкую материю. Помните, мы говорили об этом? Чтобы эффективный был духовный процесс, прогресс, нужно занять и грубую, и тонкую материю. Грубая материя – это наше тело. Пошли в храм, помыли храм, принесли колонку, достали, поплясали на киртане, попели. А тонкая материя – это наш ум. О чем мы думаем? Это джапа, Париюша. Поэтому он говорит, что Арджуна, дорогой, просто занять тело недостаточно. Это внешнее. И тогда ты будешь кем? Митхиачарах, он скажет в третьей главе. Это притворщик. Ты будешь просто делать вид, а у нас в действительности, в уме, у тебя будут различные проблемы. Поэтому, чтобы такого не было, ты должен занять свою деятельность, свою природу. То, к чему ты склонен. А уж прости, братец, по природе ты военный просто. Полководец. И твоя природа — рубить голову врагам. И вот чтобы, а как вот занять, знаете, вот кто-то придет и скажет, у меня природа просто вот убийца серийного. Просто моя склонность естественная. Кишки все потрошить и так далее. Поэтому Кришна говорит, что природа должна быть еще в дхарме, соответствует дхарме. И вот сейчас твоя дхарма – защищать. Демоны пришли к власти, нечестивцы. А ты что хочешь? Я сижусь там, у меня все нормально, все спокойно. Нет, Арджуна, он скажет. Нужно следовать дхарме, и эту дхарму занять служением мне еще. А как служение мне? Да я сам тебя прошу это дело. Давай, братец, бери лук и сажайся. Вот рассказано Бхагавад Гита. Поэтому означает, что все-таки прайда, это дживана, должна занимать пракрити. Потому что пракрити — это что? Это тоже энергия Бога. Мы говорили, что у Бога есть три энергии, давайте вспомним, как они называются. Хладини, Санхини и Самбит. Хладини — это что? Это сачитананда, что-то другими словами. А еще есть другие три типа энергии, которые отходят. Внутренние, внешние, пограничные. Как внутренние на санскрите? Антаранга шакти. Внешняя бахиранга – это материальный мир. И татастха. Вот она, антаранга. Внутренняя – это Бог и все его внутренние экспансии. Где наш основ? Где экспансии? Вон они, Кришна, Баларама, четыре вьюхи, вторые четыре вьюхи, Нараяна, Махавишна и так далее. Это внутренняя энергия. Внешняя энергия – это Бахир Анга Шакти. То есть то, что за рекой Вайтарани Вираджа находится. Бахир Анга, позади держи. Та часть, которая за находится. Если вот дословно перевести Бахир Анга, это то, что вот за пределами. И Татасха Джива, она туда. Поэтому отвергнуть материальную природу — это делают Майвади. Они отвергают все. Полностью отвергнуть материю. Отречься нужно. Я отрекаюсь от всего. Вайшнавы, они продуманные люди. Они говорят, ну нам нечего отрекаться, мы будем все занимать. Это как называется принцип? Юкта Вайрага. Новый iPhone вышел, а почему бы не снять на него лекцию? Интернет есть, а почему бы не снять это в проповеди? Поэтому живое существо, оно занимает эту энергию обратно в служение Богу и таким образом постепенно прогрессирует. Как это проявляется в нашей жизни, когда мы пытаемся избежать пракрити? Как это проявляется? Женщина майя. Семейная жизнь майя, колодец. Просто колодец жесткий.
Материальный мир – это все тоже майя. Нужно что? Погрузиться в сознание Кришны. Мы, когда мой отец пришел в сознание Кришны, в 90-х годах, где-то начало, ну, естественно, проповедь была такая, что нужно напрямую, туда, все сразу всего отвергнуть. В принципе, хорошо, но не у всех это получалось. Первое, что нас стали будить в 3 часа утра, убирали, правда, идти, встаем в холодный душ. Я не помню, сколько лет тогда было, маленький. Все это длилось какое-то время, пока мама не выдержала. Все, говорит, я так не могу дальше. И папа сказал, ну, я тогда в храм поехал жить. Все, раз вы не можете жить духовной жизнью, материалисты. Действительно, долго в храме не прожил, около 2 недель, вернулся потом. Все продолжилось. Значит, мы отказались от хлеба в магазине, ну, вегетарианскими были всегда. Отказались от хлеба, и он стал сам печь хлеб. Спек первый хлеб. Мы еще полгода орехи кололи этим хлебом, знаете. Невозможно было разгрызть там на пилик, надо просто пилить было. Потом он уехал в Индию, и мы узнали за день, что он уезжает в Индию, поехал. Денег не было, он каких-то своих старых друзей пошел пожертвования собирать. Это же все записывается, да? Насобирал пожертвования на Индию. И купил себе билет, и он нам сообщает, что завтра я улетаю в Индию. Я еще помню, так обиделся, что он летит, а я не лечу, он тоже хотел попасть в Дхаму. Он улетел и прилетел из Индии. Обычно, знаете, все сувениры привозят, там всякие красивые вкусности. Он привез 20 литров ганги и 10 килограмм зеленой дамы. И причем это все он провез в ручной клади. Когда он эти 4-5-литровика внес в ручную кладь, они спросили, нельзя, а тут больше 100 миллилитров. Значит, попадает, что это ганга, ну, мне нужно пропустить. Его пропустили как-то. Стал там всех землей посыпать Вриндаван. Ну. Потом он всем друзьям подсыпал эту землю в пищу. Кто-то заметил и не испугали, да, подумали, он тронуть их хочет. А мама 2 месяца поливала гангой цветок втихаря. Сдох цветок потом. Быстро реинкарнацию получил, спрогрессировал. Вот, так что преданные, кому-то повезло, кому-то не очень повезло. Кого-то это вдохновило, а вот здесь истории, конечно, не очень приятные истории, когда все достаточно плохо закончилось. В плане, что люди потеряли веру в преданное служение, потому что оно вдруг не стало работать. И этот этап ступени бхакти называется уцахамай, ложный энтузиазм, когда человек взлетает, падает и так далее. Но в действительности правильно как делать? Человек не должен отказываться от своей природы. То есть он продолжает работать, еще Прабхупада часто об этом говорит, что то же самое, но просто вектор меняется, направление меняется. Вы делаете все то же самое для Бога. Просто нужно отказаться от греховной деятельности, убийства животных там, и так далее. Поэтому это самбандха, это истинная связь. Поэтому истинная связь с Богом устанавливается не через отречение от материального мира, а через занятие этого материального мира в служении Богу. Вот это истинная самбандха. И когда у человека есть истинная самбанда, она выстраивается, практика абхидея идет уже легче потом. Практика легче заниматься, она начинает включаться, у нее есть правильное понимание. Потому что если нет правильного понимания в уме, какой смысл тогда что-либо делать? Помните, в советское время газета «Советская правда» или что-то выпрашивали, строили плотину. Ты что делаешь? Я камни ловлю. Ты что делаешь? Стену клею. Ты что? Тут провода соединяю. А ты что? Я строю ТЭС. Вот его похвалили. Что ты человек, он знает, что он делает. Все похваляли. Хари Кришна преданный. Есть вопросы? Понятно? Это вот самое последнее там обобщение по самбадхе. Какая страница? А? 77. Собственно говоря, это вывод, который нужно вынести сутру, пройдя наши 14 занятий по бхакти-пауру, по уроку самбандхи.
что связь с Богом устанавливается через преданное служение Богу и занятие своей природы служением Богу. Материальная природа. Материальная природа — это наше тело, наш ум. Вопросы давайте обсудим. Только громче. Как осознать свою природу? Это правильный вопрос. Кали-юга преданный. Слышите меня, да, Гульмира? Я вас слышу лучше, чем себя. Кали-юга характеризуется тем, один из главных признаков Кали-юги, что человек задает вопрос, в чем моя природа? Это главный признак Кали-юги, потому что в другую югу таких вопросов не возникает. Ну, как бы понятно. Потому что в другую югу, если человек рождается в семье брамана, он что? Он будет браманом. Если стоит там два пара, мы с вами изучали ход времени на себя, да? Время что же мы изучали? Карму изучали. Если в сатью-югу он рождается в семье, там, в сатью не было вар. Если в два пара югу он рождается в семье ващи, значит он будет ващи как природа. Но в кали-югу это единственное время, когда человека невозможно определить по рождению его природу. Если вы читали Бхагаватам, первую песню, там именно мудрецы определили наступление Кали-юги по вот этой истории с Махараджа Парикшитом, когда он змею надел царю на голову. Не царю, а браману. Парикшит, будучи царем, объезжал свои владения и заехал в одно место. И там сидел, медитировал браман. И браман в медитации не заметил царя и не выразил ему почтения. И Парикшит обиделся на это. Ах ты ж такой браман, негодяй. Не выразил почтения царю. Он взял своим луком, дохлую змею, которая валялась рядом, и накинул ему, как гирлянду, на шею. Это такой, знаете, оскорбительный жест. И уехал. И вернулся сын брахмана, маленький мальчик. Он увидел змею своего отца на шее, увидел царя, который отъезжает, и подумал, ах, эти кшатры распоясались. Ах, ты ж негодяй такой, будь ты проклят! Сдохнешь через 7 дней от укуса змеи, Даша. Царь все же там не понял, аж браман вышел из медитации просто, Даша. Он увидел странную картину. Сын намотал шнур браманский. Вообще браманы они наматывают на большой палец, и так повторяют гайды. Но если мама наматывает на указательный палец, то кого-то может это проклятие Брама-Шапа называть. Если на указательный палец наматываешь и показываешь на кого-то этим пальцем, это проклятие. И после этого нужно шнур порвать и новый одеть. То есть старый шнур после проклятия, шнур уже нельзя использовать заново. Его рвет браман на себе, выбрасывает и одевает новый чистый шнур. Потому что этот шнур уже был использован для проклятия. Он выбрасывает этот шнур, все. И браман, ну, мальчик намотал, и просто так выстрелил с пальцем указателем, знаете. Поэтому помните, мама в детстве говорила, не показывай пальцем, хлопнул. Нельзя пальцем показывать. Может быть, прикроем дверь, да? Там такие звуки интересные оттуда идут. Спасибо большое. И тогда порешит, он понял, что все, ничего не поделаешь. Хотя Прабхупада пишет в комментарии, что Парикшит мог ответить в ответ, он был преданным Богу, Господу, у него было могущество, он мог вообще нейтрализовать это проклятие. У него такое могущество было. Но не стал это делать, потому что увидел за этим всем руку Господа, провидение. И когда папа вышел из медитации, он увидел эту картину, и он понял, наступила Кали-юга. Кали-юга. Это был первый признак Кали-юги. Почему? Потому что только в Кали-югу у чистого брамана могут родиться дети, не обладающие качественными брахмой. Вот. То есть брахма мальчик не смог проявить шаму, терпение, самообладание и даму. Два качества, которые присущи всем брахмам. Шамова, дармана, тапавша, чам, шантира, чам, мэва, чагьяна, вегьяна, астикьяна, брахма, карма, сабавчам. Вот эти качества. Самообладание, умиротворение, аскетичность, терпение, знание, религиозность, чистота. Эти качества, присущи всем брахманам, проявляются в его деятельности. Он не смог шаму даму проявить. Просто психанул, знаете, пацан. Конечно, разгневался там. Еще как разгневался на кшатре. Все это был признак наступления Кали-юги. Все поняли, что пришел век Кали. Поэтому в этот век Кали природы смешаны. Что-то так сдалека начал отвечать на свой вопрос, да, я уже забыл, что это естественно, что мы не знаем свою природу. То есть, если вдруг у вас возникает проблема, а кто же я по природе, это покажет, что все нормально, так и должно быть. Это все. И скорее всего, если человек четко утверждает, да вот я вижу свою природу 100%,
Скорее всего, либо он врет, либо он точно не понимает. Потому что в Калигу все природы смешиваются. Есть еще другая из Пуран Стих, Кала Шудра Самбалам, что все вообще по рождению шудры. И в 12-й песне Бхагавата приводится династия шудр, как именно шудры становятся царями, потому что до этого была династия Рагу, Солнца, и династия Сомы, Луны, две династии. И Господь приходит вначале в одной семье, а потом в другой семье. Рагу пати рагала раджа рам, патита павана сита рам. То есть, как Господь Рагу, Он приходит в семье Рагу, Солнца, в солнечной династии, Сурья Бхагу. Как Господь Кришна, Он приходит в династии Сома, в лунной династии. Он обе династии освящает своим рождением в каждой из них. Но после ухода Кришны, вот что он весь свой род Яду убивает. Там эта история интересная тоже произошла, его рассказ, они все друг друга перебили, тростником ушли. И затем следующий царь, который приходит, что происходит в Кали-Югу? Наступает Кали-Юга, Кришна ушел. И его министр убивает царя и становится на его место. Вот и все. Кровь династии прервалась. Новый министр. И потом 12-я песня прямо описывается, как цари живут, как они демоничные. Это буквально 4000 лет назад, 3500 лет назад. Египетская цивилизация параллельно развивается. То есть они отошли, откололись, уехали туда, на запад, там возникла египетская цивилизация. Параллельно, кстати, с Кришной было. Тоже им около 5000 лет этой цивилизации. И все, там тоже цари, министры убивали царей, становились на их место. И так вот шудры постепенно стали владеть государством. К примеру, в египетской цивилизации есть история, 3000 лет назад один фараон, помните, что у них фараоны правили, вот как Бог был, ну такое же почтение, как Богу выражалось, он уехал на войну и забрал всех мужчин. И остался только за главного, главный жрец, Бога Ра и женское население. Когда они вернулись с войны, знаете, что произошло? Весь род выродился, потому что этот жрец оплодотворил почти всех женщин страны. Ну, там несколько лет один жил, что там, он стал говорить, что как бы, ребята, я тут жрец, представитель. Да, вот нужно, чтобы все как бы служили мне таким образом. И как появилось потомство, вообще целое поколение, тысячи детей, которые просто выродили целую династию. Потому что кровосмешение произошло, и нельзя, чтобы кровь, и не могли продолжаться. Целый город просто погиб таким образом за несколько десятков лет. Это история. Вот так вот в Кали-Югу шудры они стали править всем государством, поэтому в действительности наше рождение, оно достаточно, ну, как бы в большинстве наших случаев не продумано и так далее. Поэтому в этот век Господь Читания говорит, что неважно, кто человек родился, кем он родился, какое у него было воспитание, важно лишь то, чтобы понимать путь духовной практики Харинама Санкиртана Яги. Вот и все, все остальное очистит. И вы можете увидеть последователь Господа Читания, Санатана Рупа Госвами. Служили у мусульман, все. В те времена очень легко можно было осквернить вот этих индусов. Просто мусульмане брызгали на них водой, и они считали их оскверненными. Чтобы таким образом расширять религию. Но Господь Читания сделал их самыми возвышенными преданными. Фактически они продолжали сампрадаю, но они не принимали учеников, потому что были на службе у Навабу Хусейна Шаха. И Харидас Такур вообще мусульманской семьи. Его не пускали в храм Джаганатхи, он сам не ходил туда. Но Господь Читания лично приходил к нему и дал титул Намачарьи, самого лучшего практикующего воспевания святого имени. Поэтому единственная наша природа, которая истинная в Кали-Югу, это служение Богу, занятие Его. Но все равно возникает вопрос, что какие-то склонности есть у человека, и они смешаны, одновременно присутствуют. Поэтому с этой точки зрения найти прям свою конкретную склонность бывает сложно. Либо нужен какой-то опыт, либо нужен старший, который видит склонность человека. Потому что зачастую человек принимает маски, которые он выдает за себя. То есть, ну, я хочу быть таким, но его склонность не такая в действительности. То есть он хочет быть тем, кем... Ну, он хочет быть певцом знаменитым, а голоса нету просто. Ну, простите за пример личностный, Алла Борисовна возьмите, да? Пугачева. Там же голоса нет никакого. Но желание сильное было. И стало знаменитым. Но голос не очень красивый, вот если так вот честно сказать. Что там вот как-то. Но есть желание, она это сделала. Поэтому природа, она может меняться в каком-то смысле, переходить. Поэтому как ее понять?
несколько признаков дают мудрые люди. Первое – это то, что вам это нравится делать. Три признака. Вам это нравится делать. Второе – вы можете делать это долго. Бесплатно. Долго и бесплатно. Можно добавить, скобочка, хорошо, я согласен. И это приносит удовлетворение еще всем окружающим. Ну так, знаете, мне нравится играть на скрипке, я могу делать это долго. Просто все вокруг. Моя природа, ребята. Там просто, знаете, уже все двери разрисованы маркером, просто такие угрожающие символы везде просто. Стены пробиты уже молотками. Нет, значит, не совсем природа. То есть это должно еще всем окружающим нравиться, когда вы это делаете. Люди искусства, это творческие люди. Но они кто? Шубры? Шубры, да. Это ремесло, как считается? Искусство. Искусство, оно не относилось к различным сословиям. То есть все члены разных сословий могли использовать искусство. Но, например, просто еще в разных районах Индии, скажем, разные искусства, они относились к разным варнам. К примеру, в штате Орисса врачей и лекарей их считали шудрами. А на севере Индии врачей и лекарей считали браманами. Понимаете, в чем еще была разница? Тяжело было отнести это до Кали-юга, понять. Или, к примеру, в центральной Индии вот этих руководителей, министров, их считали каястхи, которые не относятся ни к какой из категорий вообще вне. Вот. А в севере Индии их считали шудрами. Их считали сборщики налогов всякие вот такие. Поэтому мы можем видеть, что в истории в разных регионах в Индии разные профессии относились к разным варнам. Или, как это называется, система не варнашрама, а это, которая нам уже когда кастовая система, к разным кастам. Поэтому тяжело определить, прям конкретно точно сказать, но есть в ведах, в Пуранах описание, что такой-такой вид деятельности он присущ кшатриям. Такой-такой вид деятельности он больше присущ воинам. И я вам честно скажу, просто открыть свой гороскоп и посмотреть недостаточно, чтобы понять природу. Всегда, даже если природа будет браманическая, всегда какие-то качества шудры будут туда подвешены у всех. Да. Ну вот, в принципе, вы как-то правильно мыслите. В конце концов, женщины, они, помните, мы говорили, не относились к сильным кастам. То есть в варнашрама было первое деление, это на мужчин и женщин. А потом уже мужчины, они делились по кастам, по варнам, по ашрамам и так далее. Но женщина, она принадлежала к определенному обществу. То есть к браманам, к вайшам, к шудрам, по принадлежности к ее родителям. Поэтому и когда браки организовывали, смотрели обязательно, чтобы женщина не была старше мужа, павлили в варне своей. Потому что это, есть даже такое название на санскрите, я забыл, как называется, когда жена старше мужа по касте. Это считалось неблагоприятным. Средней благоприятности считалось, когда они в одной касте находятся. И самое лучшее, когда она ниже находится. Это прям название есть специально. Это. Прабхупада тоже много об этом в комментариях прям читает, там, где в общем и Бхагават пишет в некоторых местах. Поэтому и так. Но в действительности, да, для женщины самая лучшая природа, это, конечно, когда выйти замуж. И буквально недавно я прочитал комментарий Прабхупады, уж простите, что где он говорит, мы, говорит, не отрицаем полигамию. Он говорит, в принципе, говорит, он говорит, это выход в каком-то смысле. Но мы знаем, что в беседах с учениками он запретил ученикам брать мужа. Говорит, пока еще не готовы. И, в принципе, мы не отрицаем как вариантности, что это соответствует ведической культуре, это соответствует логике, потому что женщин больше. Но с другой стороны, говорит, сейчас не готовы мужчины, потому что, скорее всего, это приведет просто к разврату, чем какой-то семьи. Но вот в комментариях читая через там, в одном месте он пишет, что мы не отрицаем, и, в принципе, это является выходом из вот этой ситуации, когда женщины не могут найти себе мужей. Знаете, девушке нужно выйти замуж, а мужчина хочет в брамачари оставаться. Еще вот кого-то непонятно.
же сказал, все мужчины должны остаться первоначальными, а все женщины выйти замуж. А как? Он говорит, я не знаю, как хотите. Поэтому природа, да, это очень важный вопрос. Но она, главное, конечно, она обусловлена. И какая бы она ни была, ее лучше занять в служении Богу. Но главное, чтобы эта природа была не греховна. Потому что греховная склонность человека – это неестественная. Он может говорить, ну, мне просто, мне надо, знаете, мне нужно обязательно раз в неделю кота душить просто перед сном. У меня потребность такая просто – душить котов, вот ничего не природное. Нет, это греховная природа, от нее нужно отказаться. Века, все, не соответствует. Нельзя ее занять в служении Богу. Уже это приношение кота, там, ну, знаете, что-то еще такое. Нельзя, не получится. Нигде шастрах не описано. Это уже оскверненность ума, да, оскверненность ума. Или привязанность к полу, однополую, да, однополую привязанность. Есть такое тоже проблема. Встречаются преданные некоторые с такими склонностями. Аюрведа описывает, почему такое происходит. Я не буду сейчас рассказывать подробно, но вот это в момент зачатия. В момент зачатия, если неправильно зачат ребенок, там определенные вещи неправильно сделаны, то дети с такой склонностью к привязанности к собственному полу рождаются. Да, Карил. Сидели все медитировали, потом там птицы, они всех проклинали. До этого вроде они тоже иногда позволяли себе такие сполошные истории. В чем отличие? То был, как его зовут, Вишвамитра, птицу сжег. А эта история, она просто другая. Он не своей природе следовал, он кшатрий по природе Вишвамитра. Он кшатрий был. Он родился кшатрием. И там есть определенная градация вселенских мудрецов. Есть Раджа-риши, есть Маха-риши, есть Брахма-риши. Вот три такие градации. И он, ну, вот эта история была с Васиштхой. Васиштха к нему приехал в ашрам. А Васиштха — это Брахма, Брахма-риши. И Дурвасса, он узнал, что к нему не Дурвасса, а Вишвамитра узнал, что в нем в царство приехал Васиштха. А Васиштха, он вообще чиранджив, он где-то селится. Набирает учеников, обучает, потом уезжает, открывает другой ашрам, опять набирает учеников, опять уезжает. И вот он жил в ашраме с учениками. И тогда Вишвамитра, он был с армией, он решил, ну, их там немного, они не смогут нас накормить всех, давайте я один пойду туда, а вы как бы все отдохнете, подождете здесь, ну, чтобы там неловкое положение не поставить, он захочет накормить, не сможет, это все. И тогда Вишвамитра пришел, Васиштха его встретил, о, говорит, царь, харибол, там, заходи. Он говорит, а где твоя армия, где твои сыновья? У нее там еще было 100 тысяч сыновей. Он говорит, ну там они далеко, они еще все заняты, мы, в принципе, быстро. Ну, все, ну, давай всех сюда, давай. Он говорит, да не, Васиштха, ну, ты не сможешь всех накормить, ну зачем, ну все нормально, спокойно. Да я смогу, не проблема, давай всех сюда. Ну ладно. И он пошел за армией, позвал, и Вишвамитра пришел, и там, знаете, замок уже стоял просто. Гигантский дворец, такой ров, такой ворот. Они зашли, там место для всех, там 100 тысяч людей, воинов, сыновей. Они сели, все пустые тарелки перед ними. Что сейчас будет вообще? Откуда это все взялось? Хижина была только что. И Васиштха вышел, говорит, теперь представьте ту пищу, которую вы хотите поесть. И кто-то там, да, хочу сапожек. Пум, спанил. Пум, о. Хочу торт, градские развалины. Пум. Кто-то сказал, я хочу то, что Индра ест на свой день рождения. Там что-то появилось, знаете. И пошло. Там. Кто-то говорит, вот пища всех стала появляться, все стали есть, просто, знаете, так, там за обе щеки туда наваливают. Кто-то все уже поели. А ну, когда мужчина поел, обычно он удовлетворен, нужно как бы посмотреть танцы в этот момент. И кто-то говорил, я хочу танцовщиц, которые брахми на сатьялоке просто танцуют. Там такие леди появились, что-то.
И они все, там армия просто настолько объелась, танцы, ну, как всегда, там шманцы, анимации. А Вишвамитра, он подумал, как-то странно все, подожди, откуда? И он пришел к Васиштхе, слушай, брат, откуда ты это все взял? Как? Ну, у меня тут корова есть, Камадхерва. Она исполняет любые желания, там корова любит. И Вишвамитра, он будучи кшатрием, обладать, кшатрием, значит, обладать, защищать. Я хочу себе эту корову, подари мне ее. И Васиштхе, о, не, подожди, братан, куда? Какая корова подарить? Она вообще моя, я тебе могу там тысячи коров вообще. Он говорит, давай я тебе взамен миллион коров дам, а ты мне эту одну. Зачем мне 3 миллиона коров, если я просто пожелаю, он говорит, 2 миллиона коров. И он так говорит, я ее силой заберу тогда. Он говорит, ладно, если она захочет с тобой уйти, забирай. Он стал эту корову тянуть, корова стала сопротивляться. Говорит, Васишка, ты что строил? Говорит, ты что мне этого кшатригана отдаешь? Он вообще не понимает, как с коровами себя вести, просто грубо со мной. Ну видишь, она не хочет с тобой. И говорит, тогда я всех уничтожил, стал нападать. И Васишка там просто плюнул. И все 100 тысяч сыновей его убил, там, и так он победил. И тогда Вишвамитра понял, что с браванами тут не посражаешься. Кшатри слабее браванов немного. И тогда он стал совершать аскезы, чтобы помирять свою природу. И он достиг, он был Раджа-риши, он стал Маха-риши. И тогда он подумал, что все, теперь у меня достаточно могущества, чтобы сражаться с Васишкой. И Васишка уже уехал в другой ашрам, там прошло 100 тысяч лет, или 50 тысяч лет. Он уже другой ашрам в другом месте организовал. И тогда Вишвамитра, набравшись этих сил, оружия, он побежал. Такой бежал на эту хижину Васишки. А Васишка сидел, знаете, что-то, кто орёт кто-то там, что-то непонятно. Кто орёт там, пока режут, что демоны, я не понял. Он там кричал, там все астры, оружие стал использовать, там брахмастры, такие шапастры, там различные ахастры, нагастры, там просто туда, в окно все это стало влетать, вот в хижину туда. Васишка сидел, что такое, что-то. Просто взял палочку, маленькую веточку, и палочкой кинул в Вишвамитру, чтобы просто его так шибануло, он там на несколько тысяч километров отлетел, он упал, все эти астры разлетелись, и он подумал, блин, говорит, он просто какой-то палочкой меня вот так вот оттуда. Не, говорит, куда он стал опять медитировать, чтобы стать его уровнем брахма решил достичь. Вот с ним вот эти истории случались, птичка там коканула у него, разозлился на эту птичку. Тут природа, она тебе остается, понимаете? И он в конце концов он стал брахмариши, стал брахманом. И для этого сам Васишка должен был подтвердить. Когда его уже там инаугурация была, его посвящали в брахманы, брахма был, и Индра, все пришли и спросили Васишку, ну что, ты готов ему как бы дать этот титул? И Васишка говорит, ну, я не против, в принципе. И тогда он уже оставил все эти обиды на Васишку, ну, потому что все-таки брахмариши стал. Все этот гнев прошел у него. Но вот он его описывает таким, знаете, ну, гневливым. Гневливый такой Вишвамитра. Брахман, но гневливый. Поэтому, когда Вишвамитра куда-то приходил, все боялись. И он пришел к Господу Рамачандре. Он стал его гуру, учителем. Там целая история, как он получил эти благословения от Господа. Вишну, когда его шудру хотел он забросить, и Вишну его благословил, когда Вишну спас, говорит, я сам приду и стану твоим учеником, раз ты обратился ко мне. И тогда, когда Рамачандра родился, Вишвамитра пришел, там все просто... Когда слухи пошли, что просто... Его имя второе Каушика было. Когда он просто шел в Айодхью, как его зовут, Дашаратха, да, папа Рама, он обратился к Васишке, говорит, что делать, говорит, идет Каушика идет, что делать, вот так, просто какой-то там тотальный суицид совершает просто всей страной. Говорит, ничего, просто как только он войдет, ты прибеги к нему в поклон, скажи, все царство тебе принадлежит, все твое, я просто твой раб. И когда Каушика Вишвамитра вошел, там Дашаратха просто корону бросил, спрыгнул, все твое, я твой раб. Ну так вот, чтобы просто его как-то увезти. И он такой, типа, ну ладно, чтобы мне ничего не надо. Ни одна просьба, тебе все что угодно. Отдай мне раму и лакшмана. И просто нет, только не это, там кто-то встречает, только не раму и лакшмана. Ты обманщик, ты обманываешь, все уничтожил. Да, там демоны прибегали, они мешали Вишвамитре совершать аскезы там. Мочились и в этот огненный, какали туда, в огненный яги. Он хотя мог сам с ними разобраться, но он хотел, чтобы Рамачандра. И он взял раму с ними. Причем Рамачандре так нравилось с Вишвамитра, и они так общались хорошо, он стал гуру, обучил его всем этим оружием и так далее. Они ночевали там вместе, вот описывается, это хорошая история. Поэтому в той истории вот такая природа была. Но брахманы обычно они были соответствующей своей природе.
Бывало, что брахманы не соответствовали, тогда с них снимали сам брахман. Такое могло произойти по каким-то причинам. Но в целом, да. Можно второй вопрос? Да. Такое, у меня душевная травма произошла небольшая. Однажды на одной лекции мы говорили о том, что в ведах достаточно часто есть преувеличения, которые ни в коем случае не касаются святого имени. И это оскорбление, но в остальном там они что-то могут немножечко преувеличить. И, если честно, это немножечко меня выбивает, потому что что это они вообще преувеличивают? И почему? И кажется, что если они преувеличивают в чем-то одном, то во всем остальном я не вижу этой грани, там нигде преувеличение не подчеркнуто. Означает ли это, что я все должна подвергать сомнениям, или это что-то неважное? Я слышал это из лекции Бхактивиданты Госвами о святом имени. Он говорил, что все вот эти... Вот ты там пойдешь в такое место, столько благословений получишь, что все в действительности это является артхавадой или привлечением, чтобы привлечь людей следовать ведам. Но там же говорится, все, что касается святого имени, не считается привлечением. Это как раз таки люди, они знают об этом. Почему говорится, что есть вот такое оскорбление святого и святого имени, считать его славу преувеличенным? Вообще, почему об этом говорится? Потому что кто-то так делает. Кто-то считает. А почему кто-то считает? Потому что все знают, что веды преувеличивают многие моменты. И если они также будут думать, что веды, подобно тому, как они преувеличили там, посещение какого-то святого места, благо, также они преувеличили могущество святого имени, это будет оскорблением святого имени. Поэтому и выносится в оскорбление святого имени. Что люди в Индии, вот эти все набожные индусы, они когда слышат, они говорят, ну это как бы хорошо, да, ну да, чуть-чуть преувеличено, все это нормально, веды эти полностью, чтобы людей к религиозности склонить. Они об этом знают, и поэтому говорится, но если вы будете считать все в ведах преувеличением, это нет оскорбления, ну, можно так считать. Но если вы будете считать святое имя преувеличением его славы, это будет опасным оскорблением. Святое, то есть это не значит, что оно не святое. Это просто иногда там можно сказать, что вот, знаете, вы... Вот есть такие озера рядом с Рамешином, там 24 кунды, и там, а в какое-то озеро тебя моют, там сын родится, и здесь это мой сын не рождается. Понимаете? Ну, преувеличение. Ну, чтобы люди получали благо от посещения святого места. Или в Кали-Югу не работает, не знаю я. Но святое имя, оно дает то могущество, которое описывается. Там есть 24 колодца, и каждый колодец, там один дает материальные блага, другой духовную силу, там третий, там, еще четвертый, пятый. Мы бегали в гамчах, поэтому по огромный храм. Ты просто в гамче бегаешь, и там такой с тобой индусик, он в каждый колодец ведро забрасывает, на одного вылил, на второго, побежали в другую кунду. Там 24 кунды в храме расположены, у них всех разный вкус. Я думаю, там общее сообщение, там везде разный вкус. Там благословения какие-то, целая история, эти кунды возникли. Но мы во всех омылись, а в тех, где духовное благо и материальное богатство, по два раза. Я не знаю, где нужно омываться, но больше. Ну и как бы никто миллионером не уехал, туда не стал. То же самое, знаете, к балу же ездят, все же просят там. Как бы. Ну, пока вот еще ни одного преданного, который был уже сидел миллионером, я не увидел. Ну, может быть, все никто не просил там богатства. Не знаю, один старший преданный ездил и просил денег на храм. В Москве, дай денег на храм, кричал прям преданный, дай денег на храм туда. Поэтому веды в основном все делается потому, что чтобы привлечь людей. Но святое имя, оно не является привлечением. Хотя была другая история с Кумарила Бхатта Госвами, он сражался с буддистами. И он притворился буддистом, жил с буддистами в их монастыре, в ашраме. Там под идеалом Гаятри читал, чтобы не узнали. Потом они узнали, что... Потому что никто не мог победить буддистов. И он решил узнать изнутри философию буддизма, чтобы разрушить ее. И когда он узнал, они его вычислили, он сказал, поздно, я говорит, знаю уже вашу философию, я могу ее разрушить полностью. И они приняли решение его с крыши сбросить просто. Этажного храма. И он сказал, ну можешь меня сбросить, но если все, что сказано в ведах, правда, со мной ничего не будет. И пнули его, он улетел, глаз ушиб себе, вышел и стал ругаться на Вишну. Это почему я ушиб глаз, получил что-то такое. И
и голос сверху ему сказал. Потому что ты сказал, если. Все, не до конца. Не до конца, когда, не до конца, да, да. Не получил до конца повернут и по глазу получил фингал. А если бы сказал, что точно абсолютно, то как на перину бы приземлился. Это Кумарил Бхатга с вами. Эта история была 600 или где-то 700. Еще вредные такие вопросы есть. По Санбанке. Что непонятно осталось? Ход времени во Вселенной. У вас экзамен послезавтра. Вопросов нет, но все еще не учили. Да, может быть, по экзамену еще вопрос. Ну, времени готовиться у вас не будет точно. А, как будут сдавать, как обычно, по милости Господа. Неужели кто-то на свои силы рассчитывает? Нет. А надо тоже, не забывайте об этом. Делаем максимально, что возможно, а результат уже от нас не зависит. Результат уже до ребенка надо проверить, а потом. Может быть, даже не скажет. Ну, то есть там не будет. Обведите правильный ответ. А, Б, В. Это нет. То есть нужно будет писать, да, как в прошлый как раз? Как в прошлый раз, да, все точно так же. Вопросы и ответы. А какого урока можете тоже? Да, какого? 16. Вот там, где сам банк подключается, 16 урока. Почему вы теперь из этого? Что? А, нет, Мата же объявила, что экзамен начинается утром. И кто успеет дописывать, может пойти на Бхагавад-гиту. Кому нужно время, может остаться писать до обеда. Пожертвовал Бхагавад-гиту. Этим занятием. На час. После Бхагавад-гиты у вас ничего не будет, кажется, да? Ну, экзамен попросил. Нет, по расписанию можно дописать после Бхагавад-гиты? Нет, так мы не будем прерывать. Это ж, ну, как, это ж пошел все ответы, посмотрел, он не вернулся. Я бы так бы сделал, если бы мне сказали, вот сейчас пишете, потом откладываете, я бы запомнил бы вопросы, все ответы бы взял, бы записал. Я бы по себе сажу преодолеть, как я бы сделал. Поэтому я бы, ну, я бы тоже посидел на Бхагавад-гиту, бы там на быстренько ответы бы, похоже, бы посмотрел, что пока он рассказывает, хоп, открыто. Если вы сейчас сидите, у вас нет вопросов, значит, вы все знаете. И за полтора часа вы напишите эту работу. Да, мне кажется, вопрос еще неизвестно, сколько еще не составил вопросы. Некоторые вещи надо зазубривать. Да, некоторые надо зазубривать. А можно будет пользоваться, да, вот этим? Конечно. Давайте посмотреть. Станется, да, да. Специальные вопросы, которые нету здесь. Шучу, шучу. Плакаты все останутся. Плакаты останутся, да. Что тут все вообще, списанный потолок, пол. Такие, знаете, просто как эти шпоры такая. Что мы как бы просто комнату украшали, делали красиво, шастры. Благоприятно, чтобы все висело. Можете еще раз повторить вопросы на понимание, до какого и какие исключаются? Все вопросы. Там 5-7. Напомните мне, я сам не помню, какие вы там выбрали. 5-7 Нет, мы не будем сидеть. Какие-то будут из тех, которые есть, кроме 5-7. Они спрашивают, до какого будет шесть. Если вы будете вставлять, то до какого им сейчас смотреть? Мы же не все из этого прошли. Ну, гуны мы проходили дома. Вот цифры 3, 8, 9, красивые цифры. Вот все вот эти, готовьте вопросы, кроме 5-7. Когда я готов? Месяц учимся уже. А вот назовите 5 видов освобождения, 5 видов отношений с Богом. Вы 5 видов освобождения не знаете? Остаем же Сашти, Сами, Писарупи, Псалупи. Там есть пособие. А у меня вопрос. Ну да.
Да, надо знать. Да, вопрос. А пять видов отношений — это дасья, сакья. Как можно практически понять, что Кришна является источником всего сущего? А? Как можно практически понять, что Кришна является источником всего сущего? Ну, можно начать описывать, как создаются материальные элементы, что привести пример, аналогию со свечами, там, что вот они, все эти воплощения Вишну не отличны, что есть Махавишну, который создает там материальный элемент, и Кришна, он как бы является первоисточником всех остальных воплощений, которые участвуют в создании материального мира, и, собственно говоря, поэтому, конечно, если все, пойти к Отцу, мы придем к Кришне, а у Кришны нет причины. Потому что если причина Баларама — это Кришна. Понимаете, у Баларама есть причина — это Кришна. У Махавишны есть причина — это кто там? Сакаршан. И так далее. У каждого есть причина. Но у Кришны нету причин. Все. Поэтому говорится сарва карана каранам. Вот этот из Брахмах Самхиты стих очень хороший. 5.1. Ишварах парамах Кришна сачитананда виграха. Анади ради ковинда сарва карана каранам. Ковинда является предвечным Господом, самым могущественным. И у него нету причин уже все. Он причина всех причин, изначальная причина просто. Это точка сингулярности, взрыв. Это Кришна. Кришна — это взрыв просто. Он взорвался. Он разорвался, получился Баларама, Четырюха, Нарайна, там все остальное. Пошло, что материальный мир дошло. А мой материальный мир никак не может понять, как он может вот так вот, ну, нерожденный, как он может управлять таким разумом, Да, там нет времени и пространства, поэтому невозможно понять. Вы, потому что здесь мыслите в категориях времени и пространства. А там не мыслят, там нет времени и пространства. Нет таких энергий. Это материальная энергия. Поэтому материальному уму понять невозможно. Просто это как факт нужно принять и не думать над этим. Фина. Кому? Кришне. Вот постепенный процесс через занятие своей материальной природой, служение Кришне. Занимаем природу. Женщина — значит сари. Мужчина — значит хоти. Женщина — значит макияж. Мужчина — значит шинка. Ну, то есть что-то вот такое. Грубо, если просто говорить. Если мы не любим, мы говорим, предайся. Что значит, когда говорят предайся? Как я говорю, предаться Кришне означает поставить в центр Кришну в своей жизни. Вот и все. То есть бывают разные подходы. Бывает добавить Кришну. Это один уровень, когда мы добавляем Кришну. Понимаете? Нужно просто добавить Кришну в свою жизнь. Это тоже. Это, например, хороший уровень, но недостаточно. А предаться — это когда не добавить Кришну, а поставить в центр его. Жить вокруг Кришны. Все это значит предаться Кришне. Человек предался Кришне. Он живет вокруг. Все он думает, он покупает, он думает, как это предложить Кришне. Как это накормить. О, вот это божество мне подойдет, это красиво. Так, а вот отдыхать, ехать, это же надо, чтобы божества тоже в тепле побыли. То есть он думает уже не о себе, а о Кришне. То есть это не так, что резко просто, все, я предался сейчас. Это вот эта тема неправильная. То есть постепенная предача идет. Также предаться означает возвыситься над гунами. Надеюсь, читали про гуны дома? Там есть постепенный процесс возвышения над гунами. А какая благость? Какая благость? Заниматься в служении Кришне. Трансцендентная благость. Когда мы... Простая благость — это чистая пища, да, это благость. Свежая пища, да, там описано, как будет благость. Это свежая пища, теплая пища, маслянистая пища, молоко — это благость. А если это предложить Кришне, это что? Это трансцендентная благость. Это уже духовная пища. Я недавно слушал лекцию Прабхупады, где он говорил, что пища чистая, все хорошо. Предложили Кришне, она с этого момента является духовной пищей. Все, это она не материальная. Она становится нематериальной, духовной. Поэтому если мы что-то предлагаем Кришне, оно уже становится нематериальным, духовным. Все. Имеет духовную природу, духовную энергию. Потому что связано с Кришной, с источником. Поэтому наша задача — так связывать все с Кришной. Когда человек начинает всю свою жизнь связывать с Кришной, значит, он предался. Это не значит, что он живет на Радхакунде и ничего не делает. Вау, предался просто там. Или не заботится о своем теле уже, знаете, на хариболе такой просто. А что пошлет Кришна, то и буду есть. Это не совсем предался.
Это может быть отдался, я не знаю, как-то, ну, по-другому. А предался означает, он занял, все сделал правильно. А да. Как вот усилиями, то есть, как вот, например, домашние обязанностями, усилиями мысли, вспоминать что-то для Кришны, как вот, если нет... Пока... Да, посвящать Кришне плоды. Кармы, помните, мы говорили. Он воспевает свою джапу внимательно делать, это он занимает ум. А всю свою деятельность просто посвящает Кришне. Это не означает, что он думает о Кришне, прям всегда он едет, у него автомобиль с перном просто впереди уехал. А все с перьями ходят, с проблемами, знаете, желтый тхоти на машине натянуто просто. Кришна везде видит. За всем видит Кришну. Такое тоже есть, но это очень высокий духовный уровень, кстати, Кришна Майи. Это одно из имен Шримати Радхарани. Кришна Майя означает, она везде видит Кришну. Она смотрит на колонны, из-за колонны перо выглядывает, она смотрит, то есть это не симитируешь преданное, это нельзя просто взять, представлять перо, все, у меня Кришна, эта штука тоже Кришна. Поэтому думать о Кришне и посвятить его свою жизнь означает внимательно спевать святое имя и посвящать плоды своей деятельности, всю свою деятельность Кришне. То есть он перед этим, Кришна это для тебя, как бы, только чтение. Никак, они постоянно на меня влияют. Всегда. Каждое мгновение. Вот тут есть этот вопрос, просто написать. А, вы, я думал, вы меня спросили. Ну, вы должны писать просто. Если, когда вот на меня влияет гуна невежества, утром, я не хочу вставать. Как я выхожу из-под влияния этой гуны? Какой иду гуны? Нет. Ну, кто встает? Не так, блин, смотрите. Первое, что нужно выходить из гун постепенно надо. То есть, если невежество, какая следующая гуна? Страсть нужно войти, в страсть. У вас не получится войти в благость, невозможно. Такой непредусмотрен подход. То есть, нужно страсти добавить. Будильник просто погромче включить, чтобы он будил вас. Знаете, такие советские будильнички, такие просто с такой палочкой. Чтобы просто поставить, он там так вещал и подальше, чтобы рука не дотягивала. Кастрюлю, да, вот хороший. Но можно написать. Когда на меня влияет невежество, в моей жизни это проявляется вот таким образом. По утрам я не могу вставать. Я просто пример привожу. Это не значит, что к вам это относится, но просто пример. И по утрам это то есть. И я вот, чтобы выйти, я гуну страсти добавляю. Вот там. Или другой пример. Например, невежество во время джапы проявляется. Как? Засыпаешь просто. Помните, три вида джапы. Пикирующая джапа. У нас один преданный научился, он заматывался в чарах и доставал четки и повторял джапу. И все думали, что он повторяет джапа, а он просто научился, палец автоматически у него дернулся, и все, он так сидел просто. И когда его кто-то задел, там, видал, он просто упал так надо, до такого дошло, просто у него палец. Иногда он исчезал, и все поняли, ну надо где-то его искать. Его в шкафах находили, он спал, что просто так ходил. У него природа, ему нужно было 8 часов в сутки, чтобы спать, чтобы тело высыпалось. А в храме всего 6. И он 2 еще где-то нам должен спать перед нами. И он досыпал в шкафах, его находили, в погребах. То есть все самые такие места он знал, где. И он еще здоровый такой, знаете, 2-8 высотой. Как бы он залазил в такие маленькие шкафы, вот так там спал просто. И все куда он делся, и все ждали, где-то спит, а надо найти где. И обычно ты там распирала такой шкаф огромный, или он там на шкафы стоял, он наверх залазил с паниками, там закрывался. У него были особо коронные места, где его никто не мог найти, до сих пор не знаю, где эти места. Просто до сих пор неизвестно. Один раз он под кровать залез, а там под кроватью вот такое вот расстояние было. И закрылся вот там вот такой, знаете, просто какую-то ткань положил. И все, и не могли его найти просто, где, непонятно. Мы, ладно, на собрании ашрама, это в Минске еще было, мы собрались в комнате, сидели, и вдруг из комнаты храп. Он здоровый храпел, просто чтобы, когда он на боку лежал, не храпел, а так, он под кроватью вот так лежал, стал храпеть. И все, ну где? Непонятно, откуда, просто из-под стены откуда-то стали искать. А комната большая, просто храп идет. Все не могли понять, где. И потом один преданный, ну и он прохрап прекратился, и все поняли, это шум. Стали искать его, непонятно где он. И один преданный сел на кровать, и я там захрапел, и все завибрировало. То ладно, все, как он туда залез, непонятно.
другие ноги не вмещались под кровать. Вот как залез, не знаю. Какая-то у него ситха была, он меньше и меньше увидать мог сказать. Вот. И если вот такая у вас с джапой ну, пикировать начинает, вот, то нужно страсти добавить. Как? Встать и просто ходить начать. У нас Махарадж один приезжал в Бхакти Вишакха, он бегал во время джапы, просто вокруг Туласи просто там. У него еще щетки вот такого размера, сзади такой мешочина вот такая, у него такой, одну руку держит, другой там перебирает, он так, и так в таком, знаете, прям, ну как в радиусе просто повторил джабу, там всех толкал, давай, быстрее, не спать, при этом, говорю, мол, реже, там, многие не могли джабу повторять, Дан добил кого-то там, не спать, кричал, don't sleep, wake up, реже. Stand up, run, jump, run, you all. Там вот такая она джапа была. Не все могли пережить эту джапу. Она даже встали в алтарь иногда не ходить с Махараджем. Кто-то не мог. Ну такая у меня джапа была могущественная. Бегал вокруг Туласи просто там. Такой, знаете. Поэтому постепенно. И когда уже гуна страсти есть нормально, ну как бы надо, можно на гуну благости типа, успокоиться, там шанти. Сейчас это страсть, да, все смеялись. Можно расслабились, слушать готовы. Можно какую-то трансцендентную вещь сказать. Ну, что-то добавить. И так далее. Понимаете, правильно, да? Постепенно. Вначале нужно просто гуну благости, а потом эту благость одухотворить. И в этом вопросе нужно писать, как вы это делаете в своей личной жизни. То есть какие-то реальные примеры приводить. Но как вы с этим делали, как вы с этим боролись, как вы это применили в жизни, и какой вывод вы можете дать какую-то рекомендацию другим. Вот это вот вообще на 20 баллов тогда сразу. Если взяли, прописали, как это в вашей жизни происходит, как это вы нашли какие-то методы, дали еще какую-то рекомендацию. Ну, еще супер, какую-то цитату добавили, что надо тебе добавить. Например. Ну там столько вот так, даже в книге Шагуна послал его, чтобы выйти из Давихи Шагуна, Майнова Майда, Ратия, 7.14, 3.27, Пракритея Гуна, Мани, Гамуна. 3.27, 7.27. Достаточно? Нет, ну надо что-то написать там, хотя бы на русском. С вами с вами хотя бы. А вот тут, как вы выходите вообще? То есть, а из гуру благости можно как-то выйти? Да. А, ну да. В трансцендентную благость. Ну можно ее занять, то есть ее, потому что благость. Почему материальная благость считается? Потому что в ней всегда есть примесь страсти и невежества. То есть не так, что... Не думайте, что есть чистые гуны. Такого не бывает в этом мире, блядь. Чистая страсть, знаете, просто вот страсть чистая. Нет, там всегда есть невежество чуть-чуть, всегда есть это благость. Вот так вот. Просто страсть преобладает в этот момент, понимаете, да? Все, и невежество. Потому что потом откат идет невежество всегда. Все после страсти. Если человек страсть удовлетворил, обычно следующий откат он невежество прям погружается. Ну, всегда есть. Чистый гун не бывает в этом материале, они смешиваются, как 3 палитры цветов, всего есть, художники знают, и они создают многообразие цветовой гаммы, миллиарды оттенков, миллион, тысяч. Так же здесь. И вот чистая вот эта благость, вишудха, это когда благость отслоили от страсти и невежества, сепарировали, сепаратор такой включили, вот здесь молоко сепарировали. И такое же в материальном мире почти невозможно. Это уже духовный мир, где чистая гуна благости, без примеси страсти и невежества. Поэтому материальная благость – это та, где есть прелесть страсти и невежества. Понимаете, да? То есть нельзя сказать, что человек какой-то в благости. Там где-то страсть чуть-чуть есть, невежество тоже чуть-чуть повлияет на него немного иногда. Тоже засыпает иногда, синяками под глазами приходит. То есть в материальном мире гуны так или иначе все равно мешаются? В смысле? Здесь в материальном мире чистая гуна не бывает. Ну, и она удовлетворяется постепенно с помощью служения Богу, одухотворяется. То есть это реально в материальном мире достичь надо? Да, вишудха сатва, а это уже духовный мир. Да. А, ну, вот мы когда завтра будем готовиться к экзамену, мы будем с вами готовиться? Ну, то есть, там... А там будет какая-то подготовка? Там завтра... Ну, я могу прийти и ответить на вопросы, если надо. Да, они же просто не готовились к вопросам, они готовились к уроку. А завтра они все подготовятся к вопросам, и у них возникнут вопросы. А после обеда мы тоже не придем с вами? Нет. Вы бы хотели, чтобы
Сегодня у меня киртан, приходите, с 6 до 7. А что так мало? Чтобы вы успели подготовиться. Всего лишь часик. Часик всего лишь, да. И в четверг тоже будет завершающее прощание. Попою и поедем. Вы же прямо в четверг уедете? Ну, рано утром в пятницу. Все преданное время наше истекло. А, у вас 3 минуты еще, да, 3 минуты есть. Не расходитесь. Подождите, еще 3 минуты есть. Вопрос? А вот если вы тоже вопрос, какие практические вещи можно сделать, чтобы улучшить свое здоровье? А можно вот этому просто написать, что синдром есть, рядом с тулой, рядом с вагиной? Ну да, если это помогает, почему нет? А это если еще, какая шлока? Что, можно какую шлоку привести? Да. Ну, можете написать, что это харьяна моего тея была, мне даже что спасительство имени это самое могущественное. Но это приход на ради Пурана 1.3.28, кажется. Ну, а если мы в Москве сидим, нет такого? Можно включить Джаву Гробады. Ну, то есть, там нужно найти какие-то выходы, в Тулусе там вырастить дом у себя. И, там, ну, как-то прежде, что находит. Лишь бы не под телевизор. Или под «Игру престолов», знаете, там время, как кто там сейчас? Совместно. Совместно с преданными собираться можно, да? Все тогда преданные, давайте. Время. Шрила Прабхупада ки джай. Гитай гур преванаде. К шести сегодня приходите к нам.